Роберт, очень приятно вас видеть в Самаре. Расскажите, какими судьбами и надолго ли? Приехал немножко подучиться, практику навестить друзей, посмотреть Самару на неделю. Самара сильно изменилась по первым впечатлениям? Ну да, так практически прошло 10 лет, так подумали, 10 лет назад был, да, все построено по-другому, не узнат город. Нам предстоит игра с командой Сергея Юрана, Балтикой. Вы знаете Сергея Юрана, да, как тренера? Что можете сказать, что ожидает Крылья Совет? Я еще с ним поработал, пара лет работал, как бы, знаю, человек такой настырный и как бы добивается своего результата. Я думаю, что будет хорошая игра, как бы сейчас видели последние две игры, Балтика выиграла, так что дома играет, и я думаю, что будет интересная игра. Ну, немножко о планах вот на ближайшую неделю. Насколько я знаю, вы даже собираетесь лететь с командой на игру, да? Да, спасибо команде, что решила лететь с командой на игру. Там побуду, посмотрю игру, а оттуда уже поеду домой. Вот, это личная ваша инициатива, именно вот пройти такую стажировку в Крыльях Советов? Или результатом станет какая-то, может быть, работа, защита? Сам хочется, надо учиться, надо работать. И решил, что как бы и Крылья, и такой сильный клуб с именем, и вот как бы так. За бывшей командой наверняка следите. Вот все эти годы, да, и вылет очень такой эмоционально непростой и для болельщиков, и для всех, кто переживает за команду. Сейчас очень непростая борьба. Что можете сказать вот про Крылья Советов сегодня? Насколько нравится тот футбол, в который команда играет? Ну и вообще, насколько пристально удается следить за чемпионатом России и за Крыльями Советов в частности? Слежу, конечно, за командой. Я могу сказать только, что команда играет здорово, есть командный рисунок, и как бы такие моменты немножко невезучие, которые связаны с реализацией. Но, в принципе, команда все набирает обороты, и я думаю, что в дальнейшем будет складываться все хорошо, ребята соберутся. Желание будет выиграть каждую игру последнюю, все выиграть, и я думаю, что Самара должна обязана выходить в высшую лигу. Годы летят незаметно, на самом деле, да, казалось, совсем недавно все было, и вот уже в качестве тренера приезжаете снова к нам в гости. С кем из старых друзей удалось увидеться уже в клубе, может быть, остались люди, с которыми доводилось работать в бытность футболистом? Ну, с футболистами много не осталось, футболистов, как говорится, а руководство, да, осталось, и доктора, и тренерский штаб, и бухгалтерии, там всех рабочих, которые есть, люди, которые друзья, как бы это, виделись, да.